Привет автолюбителям и пользователям сайта Drom.ru. В последних видео я часто рассказывал про автомобили, про дороги, опять про дороги и снова про дороги. Но забыл рассказать вам про самое главное, это про топливо, а именно про бензин. Сегодня я вам расскажу, сколько стоит литр бензина в Токио, где вообще японцы берут бензин и какого вида существует бензин на рынке. Первый вопрос – это где же японцы берут нефть, так как вы знаете, что Япония – это островное государство. Все сырье она покупает у других стран, перерабатывает и продает. То же самое происходит и с нефтью. Япония закупает большую часть нефти на Ближнем Востоке. И немного покупают в России и в других странах. Цены на бензин и дизельное топливо в основном зависят от курса доллара и от цены нефти на рынке. А чтобы ответить на два оставшихся вопроса, сколько стоит литр бензина и какого вида бензин продается в Японии, я поеду в центр города и посмотрим заправки, самые дорогие заправки в Токио. Сейчас я приехал в район Азабу, это один из самых дорогих районов Токио. Кстати, позади меня находится посольство России, поэтому это действительно дорогой район, так как здесь все посольства крупных стран находятся. Буквально в 100 метрах находится пару заправок. Сейчас посмотрим, какие цены на сегодняшний день и как выглядят заправки. По пути на заправку наткнулся на тот момент, как штрафуют Мазерати. Вот так вот штрафуют владельцев дорогих автомобилей. Машину уже начали фотографировать, но хозяйка успела выбежать и спугнуть инспекторов. Поэтому они ушли и остались без штраф. Ну вот я дошел до заправки. Под солнцем немного жарко, поэтому я зашел в соседний парк. Сейчас в Японии продается два вида бензина. Хайок – это эквивалент 98-го. Регра – это эквивалент 95-му бензину. И также продается дизельное топливо. Сейчас по Японии средняя цена на литр бензина 98-го стоит 150 йен. Это почти $1.5. 95-й стоит 140 йен. Это $1.40. И дизель стоит 120 йен за литр. Это примерно $1.20. На заправке, которую я нашел в центре Токио, цена немного выше. Но это понятно, в центре столицы японской цены намного выше. Литр 98-го стоит 160 йен. 95-й стоит 150 йен. И литр дизельного топлива стоит 138 йен. Цена на топливо в Японии постоянно прыгает, так как она напрямую привязана к курсу доллара и ценам на нефть. Пару лет, когда нефть очень сильно обвалилась, бензин 98-й стоил 125 йен, 95-й стоил 115 йен, и дизельное топливо стоило меньше 100 йен. Я покупал литр дизельного топлива за 90-95 йен. Почти год назад. Сейчас цены на нефть поднялись, поэтому и бензин в Японии тоже поднялся. Oh,
Как вы заметили, дизельное топливо стоит дешевле намного бензина. Это одна из причин, почему я владею именно дизельным автомобилем, а не бензиновым. Дизельной машиной я владею уже больше 5 лет, заправляюсь на разных заправках. Проблем с двигателем из-за плохого качества топлива нету. Хотелось, конечно же, показать вам чистоту бензина в Японии, но по закону на японских заправках запрещено наливать бензин в пластиковые бутылки или в канистры, только напрямую в бензобак. Может показаться, что бензин в Японии дорогой, $1.5 за литр, но если сравнивать по средней зарплате в Токио, к примеру, средняя зарплата водителя такси в Токио составляет $3000. Поэтому если сравнивать среднюю зарплату в Токио и цены на бензин, то получается не совсем так дорого. Сегодня я вам рассказал, сколько стоит литр бензина в Токио и какой бензин можно приобрести. Ну а на сегодня все. С вами увидимся в следующем видео. Всем пока!